Итак, я сделал гидропломбу. Ну, два разных использовал. Это вот, вот это была смесь песочно-цементная. Вот это. Вот. Но это я делал первый раз в жизни, поэтому, конечно, это все не фонтан. Но тем не менее. И получается, что вот в этом углу, как я и подозревал, вот я нарисовал стрелочку, в этом углу подтекает. То есть 3-4 дня, если оставишь, придешь, тут небольшая лужица. Вот я сейчас просто насухо все вытер. Потом, значит, я вот это я промазал другим. Гидропломба называется. Какой-то там самый супер-пуперский цемент, короче. И вот этот супер-пуперский цемент, значит, вот получается и в этом углу влажно. И тут вот такая вот натекает лужица, вот я обозначил вот фломастером. Ну, она, например, побольше растекаться где-то до середины, и вот тут вот так. И вот сейчас видно, вот где-то минут, может, полчаса назад я высушил дно, да, как бы. И, значит, ну, может, какой стакан воды тут набежал. Ну, пару стаканов, окей. Примерно так, тоненькими всякими, такими маленькими лужицами. Вот с этих мест. И видите, оно все равно влажное. То есть я не совсем понимаю, что оно, как оно, не понимаю, как оно, просто сквозь цемент, что ли, там оно просачивается. О, как оно тут? То есть это же, ну, твердое все, видите? И вот цемент. И она прямо оттуда, оттуда-то она. Или она, значит, сквозь цемент, что ли, сочится? Ну, вот я не специалист, поэтому это вопрос к специалистам. Вот, а тут, тут как бы вот тут сухо, да, и тут даже такое как-то беленькое, да, такое. Тут, ну, вот, ну и вся вот эта штука, она не такая белая, да, и она как бы такая повлажнее. Хотя, тут было сухо вот в этом месте. Ну, не знаю. Может, мне кажется, но как бы все равно повлажнее. То есть с этим все ясно. В смысле, ничего не ясно, вопрос, что делать. Но тут я собираюсь все-таки сделать небольшую опалубку и туда все-таки этот угол за еще раз цементу бросить. То есть что вот с этим дальше делать? Или оставить это, наплевать? Я не знаю, может быть, там потом какая-то хуже станет. Вот в чем все дело. Пока есть возможность, может, это закрыть. Второй вопрос. Значит, вот тут получилось. Такая фишка, значит, эту штуку я положил, допустим, да, там стой, допустим, соединил, да. Вот высота получается вот такая, уклон остается. Таким образом, у нас еще объем увеличивается еще на одно кольцо. Тут нам повезло. Так, все-таки, видите, получается объем. Таким образом, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, в теории, 6 колец полезного объема. Так, 6. Далее. Вопрос. Вот тут у этой трубы есть раструб. Там раструба нет. Там я поставил сейчас, ну, просто муфту, просто для эксперимента. Вопрос. Как лучше сделать? Или муфту поставить туда, или этим раструбом ее воткнуть? В принципе, муфта зашла довольно-таки, так это сказать, ну, довольно-таки так это, ну, как это, удачно, да, так. И там я все обработал. Отболгарил там эту железную трубу под размер этой муфты, как бы, то есть достаточно туго она заходит, я думаю, что они одинаковые, я думаю, что это также зайдет, но тут это, видите, раструб. Вопрос, или раструбом воткнуть в железную трубу, или ставить вот по такому принципу, чтобы раструб был здесь, и здесь, значит, стекало, но опять думаешь, как бы тут не помешает вот это стекать, насколько прочно будет, какое соединение будет прочнее, вот, из этих, так сказать, двух вариантов муфты и раструба. Вот. Ну и я так понимаю, еще вопрос, ставить тут еще одно кольцо или не ставить? Или уже делать эту крышку? Или все-таки поднять, чтобы все-таки был объем воздуха побольше? Потому что я не совсем понимаю с этим воздухом, что происходит, когда оттуда идет давление, когда вот оттуда смывает вода, тут закрываю рукой, да, тут прям такой воздух прет оттуда. То есть вопрос, я не совсем понимаю, тут надо еще дать воздушное пространство какое-то, значит, этому делу, или уже начинать тут крышку ложить. Крышка, можно, конечно, это врезать и в крышку, я думаю, теоретически, должно быть можно. Ну, вот, там есть какой-то подъем.
или уже или положить еще одно кольцо. Все, спасибо, до свидания. До встречи, до новых встреч.